Шоу-конкурс «Защитник Оскола» приглашает участников. Требования к конкурсантам – возраст от 18 до 30 лет, хорошая физическая подготовка и творческое мышление, манеры и чувство юмора. Подать заявку можно до 12 февраля. Секреты конкурсной программы в нашем следующем материале. «Защитник Оскола» пришел на смену «Оскольскому медведю» 2 года назад. Организаторы конкурса постарались сделать испытания разнообразными и оригинальными. Состязание проходит в 2 дня. Первый этап на базе тактического центра специальной подготовки «Каскад». В рамках первого этапа участники проявят свои умения, знания и навыки по военно-прикладным направлениям деятельности. Это надевание противогаза, это разборка-сборка автомата Калашникова, это умение оказывать первую медицинскую помощь, подтягивание и отжимания. В этом году конкурсную программу дополнили стрельбой в тире. Второй день полностью посвящен творческим испытаниям. Визитка, конкурс талантов и викторина стали уже классикой. Новинка 2017 года – конкурс на лучшие знания правил этикета. Суть конкурса будет заключаться в том, что молодой человек в моделируемой ситуации, условия которой организаторы ему зададут, должен будет проявить себя определенным образом. К примеру, это ситуация, когда мужчина приглашает девушку на свидание, или когда мужчина приглашает девушку в ресторан, или когда мужчина приглашает девушку к себе в гости на встречу с родителями. Самым зрелищным этапом состязаний станет конкурс «Шоу-тайм» – танцевальный флешмоб для всех участников состязаний. Прием заявок от участников продлится до конца следующей недели. Желание побороться за титул главного защитника «Оскола» уже выразили 5 молодых людей. Конкурс стартует 17 февраля. Финал на следующий день в Центре молодежных инициатив. Посетить заключительное шоу приглашают всех старооскольцев. Ольга Шалыгина, Дмитрий Луковский, Денис Остапенко. 9 канал.